Да, если вот это можно назвать мототараканом, то это что? Таракатица. Ну хрен пойми. Да, смешнючая штука, конечно. Во все поля. О! А, нет, это магазин. В общем, Ван Раам Изи Райдер. Офигенно. Так, а ну-ка, что у него тут? Аккумулятор какой? 36 вольт, 24 ампер-часа, 880 вольт. Неплохо так. Слушайте, из разряда, что ты такое? Изи Райдер, Ван Раам. Педальки с цепью, моторчик с передачей, аккумулятор. Номера нету, значит, он считается как велосипед с моторчиком. То есть это не самодвижущаяся тележка, просто крутишь и оно тебе помогает. Но главное, что судя по креслу и педалям, то есть ты сидишь все равно вот так вот, как-то вот так вот крутишь. То есть это нифига не скоростная штука. Видимо, для так прогуляться, в магазин съездить. Ну, прикольно, прикольно, наверное. Но угол, конечно, руля так. Короче, очень-очень интересная вещь. Прямо ну-ка. С поворотниками. Прикольно, прикольно.